Очередная серия Kerbal Space Program. Сегодня мы попытаемся добыть очень быстренько один Science Point для того, чтобы... А, стоп, не нужно нам. 90. Вот и отлично. Лишили нас лишних ненужных телодвижений. Значит, здесь либо одна технология из, скажем так, раз, два, три. Тайр 4, да, тайр это как бы градация, которая стоит по 90 Science Point'ов. Либо две из технологий Tire 3, да? То есть, здесь у нас что интересно? У нас здесь, вот у нас здесь самое главное, MeshJab. MeshJab, потом рефлектрон, для того, чтобы строить спутник. Первый неуправляемый, то есть, грубо говоря, непилотируемый управляемый модуль главный. Все, что касается самолетов, сейчас я буду мягко игнорировать, потому что я с самолетами здесь редко занимаюсь в Kerbal'е. Самолетами я занимаюсь во Flight симуляторе от Microsoft более серьезно. Кстати, на канале тоже есть серии касательно Microsoft Flight симулятора. Кому интересно, добро пожаловать туда тоже. Смотрим, учимся, комментируем, критикуем, потому что я тоже не супер профи. Я не профессиональный пилот. Значит, так, сайенсы, термометры. Какие-то танки появились. Что-то я вот этого не помню. Снейки, клипборды, модул Rockets. Откуда оно пришло? Contain Store. Это контейнеры для хранения. То есть пока мы орбитальные станции строить не будем, нам все это не очень интересно. Термометр большой прибавки нам не даст. Science контейнер для CAS модуля пока нам тоже не интересен. У нас задача полететь к Муне. К Мун, да? То есть раз задача к Муну, нам нужны большие баки. Летать мы будем пилотируемым модулем, соответственно, пока вопрос о спутниковой связи не стоит. Так, что же здесь выбрать? Значит, ну, по-любому берем рокетри. Дальше, Fuel System позволяет нам разработать RSS. Это управление в полете, важная, хорошая штука. Садиться мы на Moon сейчас не собираемся. Нам надо только передать с него данные. В Heavy Rocketry у нас есть более мощные двигатели. Вот, наверное, они нам позволят совершить полет и посадку на Moon. Здесь контролы всякие, обтекаемые. Здесь есть Reaction Wheel, который не позволяет нашему кораблю крутиться бесполезно в разные стороны. Здесь у нас не так всего много, только декуплер радиальный, докинг порт и крепежи. И вот тут становится опять дилемма, что брать. Брать надо по-любому. Будем давайте брать General Construction. Опа, 45.0 показывает, а нам не хватает все-таки таких, значит, Science Point'ов. Ладно, посмотрим, что у нас из контрактов, то, что мы можем выполнить. Смотрите, мы можем выполнить сразу два контракта, вот с галочками отмечено. Вот здесь мы можем посмотреть список наших контрактов, да? Значит, на самом деле, сразу без запуска чего-либо мы можем выполнить два контракта по тестированию Liquid Fuel из Stack Decoupler'а. И, утопив воду, мы сможем провести Heavy Duty Landed Gear. Две штуки потестить надо. И Robomax Mark 55 Radial Mount Liquid Engine тоже надо потестить в воде. Для чего не знаю, но что у нас тут? Еще что-то есть. Да, еще что-то есть. Это достижение Муны. Так, вот на Escape траектории Small Gear B. Bay пока у нас не будет. Значит, давайте попробуем выполнить ТВР-45 и ТР-18А. Значит, соберем для них стендовый модуль испытательный. Может, это не так интересно, но нам надо это сделать. Значит, эта ракета нам сейчас не нужна, соответственно, мы создаем новый. Сразу назовем ее тест-стенд, и мы будем просто потом модифицировать тест-стенд. Кстати, давайте мы, знаете, что сделаем перед этим. Вот мы сейчас сохраним, выйдем в Mission Control.
посмотрим, какие контракты у нас, может, есть интересные. Вот это нет. Сразу. Это сразу нет. Это нет. То есть, грубо говоря, генератор случайных чисел. Вот. Если вам не нравится такой подход, и вы считаете его немножко читерским, сообщите мне об этом, дайте мне об этом знать. О, бригады на минус хотят нас отправить. Тоже, кстати, берем. На минус нам надо слетать будет. Вот Land. Вот еще один Сепаратрон 1. Тоже можно его взять. Вот у нас будет уже три задачи, которые мы сейчас можем... так, это где? Это спасти. Кербен спашен. Да. О, отлично. Значит, на сегодняшний момент мы имеем три контракта на тестирование утопленных в воде и три контракта на... просто на стартовой площадке. Значит, вот у нас появился такой вот коннектор, да, модуль градиент сегмент, у нас чуть раньше был, который просто несет на себе нагрузку только лишь как конструкторской части, то есть он ничего не запускает, никуда не убегает. Значит, смотрим вот здесь, что нам надо. ТВ-45L двигатель, смотрим, где он у нас. Во, нет, Turbo Max. Paddle Liquid Engine. ТЛ. А где ж тогда ТЛ-45? Будем искать. ТЛ-45. ТЛ-45, вот он. Ну, хорошо. Так, есть у нас чем закрепить? Нету. Значит, мы должны сюда присобачить какой-нибудь бачок. Промахнулся. И вот уже к бачку. ТЛ-45В. Есть, прикрепили. Дальше. Landed Test Сепаратрон 1. Сепаратрон 1 это какая-то вот штука. Вот. Сепаратрон 1. Давайте мы его развернем сейчас. Да, елки-палки. Что же я не те кнопки-то нажимаю. Вот так. Вверх. И сделаем их 2. Есть сепаратрон. Так давайте разделим экшен группы сразу. Значит, потестируем сепаратрон отдельно. Первым запустим, будет вверх плевать нам. А потом запустим двигатель. И третья задача. Стек декуплер. ТР-18А. Декуплеров у нас немного. ТР-18А. Вот. Ну, смотрите. Придется его вот сюда, наверное, ставить. И потом, когда у нас этот двигатель заработает, мы отстрелим голову нашу. И надо будет его как-то спустить. Значит, сюда повесим парашют. Все. Вот такой стендик готовый. Разделяем парашют отдельно. Здесь тоже. Декуплер. Вот. Меняем вот так. То есть сначала срабатывает ликвид. Сепаратроны. Твердотопливный, потом двигатель, потом декуплер и спускаемый парашют. Все, мы готовы провести тесты. Ну что, давно мы ни одного контракта не выполняли. Так, есть такое. Вечерние испытания. Есть. Первый пошел. Сгорел. Испытание выполнено, 6 science points получено. Следующее. Сбрасываю газ и запускаю engine. Все, еще один эксперимент проделан. Но я никуда не убегаю здесь, не взлетаю. Газ на нуле. Могу двигатель остановить правой кнопкой мыши. Shutdown engine. Все, остановили, видите, убрали полностью. Следующее. Вот декуплер надо будет отстрелить по пробелу. Отстрелил, на месте стал. Смотрите, 2 science point. Даже парашют не надо открывать. Все на месте, рекавриваем. Единственное, что мы зарекаврили только кабину, а основная часть у нас осталась на стартовом столе. Ее надо зайти, как я уже показывал. Ага, вот дербис, видите. И рекавр дербис. То есть обломки, остатки мы зарекаврили и вернулись. Денег за нас, за них не сильно дадут, но мы хотя бы очистили стартовый стол.
Все, теперь мы можем вернуться. У нас, видите, 59.1 и взять General Construction, как мы хотели. Соответственно, он за собой открывает аэродинамику, открывает Advanced Construction. Тут вот более серьезные, интересные вещи. Тут у нас будет Solar Particle Collector, то есть, который позволит нам собирать науку от солнечных лучей, изучать, да, изучение. Так, здесь всякие коннекторы, много для Китана. Ну что, ладно. Вперед к звездам, так сказать. Значит, давайте мы, наверное, посмотрим, что у нас. Науки у нас много не получилось. Да, мы загрузим тот предыдущий орбитал, который у нас был. То есть у нас уже есть готовый, четко проверенный агрегат, который выводится на орбиту. Единственное, что мы его сейчас, наверное, посмотрим, дооптимизируем, чтобы его так сильно не переваливало. Потому что реакшн контролов у нас еще нет, которые бы нивелировали вот эти искажения. Сделать такого, чтобы оно не так жестко было. Давайте мы панель нашу перевесим вот сюда, на окно. Мы закроем вид из окошка, но у нас есть экстерная камера. И добавим сюда еще керб 1, экстерная камера. Ну, пусть она не совсем корректна, правда. Вот сюда повесим. Так. И антенну повесим. А мы летим глубоко в космос. И мы хотим с магнитрома передавать информацию сразу в центр. Как у Штирлица, сразу в центр. Заодно можем посмотреть, что такое инфодрайв. Это нам показывает все горячие клавиши. До горячих клавиш еще дойдем, потому что мы с вами еще не разбирали ни одну из экшен групп, да? И как кого сажать, куда отправлять. В данном случае у нас пока один. Кербонавт, это Джибадай. Идем дальше. Значит, вот эту часть мы оставим за собой для того, чтобы делать маневры вокруг Муна и для возврата назад. То есть нам сейчас надо выводить уже не только вот верхнюю часть, то есть не вот эту, которая осталась, а теперь мы полезной нагрузкой будем считать всю нашу вот эту вот конструкцию вместе с баками и двигателем. Для этого у нас уже есть немножко посерьезнее баки. У нас есть уже боковые или торциальные, даже вот торцевые, точнее, прошу прощения, разгонные модули. Это твердотопливные с достаточно большим трастом. Да, видите, 495 есть, 149, 372 есть, тут на 315 большой бак Solid, который они хотели когда-то от нас, чтобы мы их тестировали. Бак у нас достаточно большой появился, смотрите, но это из КВ серии, вот, модов, но тем не менее, значит, посмотрим, ну, 90 сильный не справится, видите, 0.8, то есть слабовато, давайте, 230 справится совершенно спокойно, минута 15, пускай будет, значит, есть у нас ступень 1, 2, здесь все правильно собрали. Следующая ступень, это объединяем сразу с предыдущим двигателем. Теперь еще нам нужны баки, причем раза в два больше. Смотрим, что у нас 350, 200, самый большой это 350. 1.42, отлично, но работать он будет, видите, минуту 35, и суммарно до первой ступени, вторую, ну, до последнюю мы не считаем, да, то есть у нас будет 3.400. То есть 3.400 нам маловато для выведения на круговую орбиту и задания траектории к Муну. Соответственно, нам надо немножко доразогнаться. Доразогнаться мы будем через
присоединение боковых вот декуплеров, они у нас разной силы есть, да, 260 250, ну давайте, так как у нас уже есть крепежи, давайте сделаем такие выносные. Значит, если мы поворачиваемся туда, то лучше, чтобы у нас симметрия была вот отсюда. Вот я сделал два разгонных блока, здесь будет висеть этот двигатель, так, два разгонных блока меняем местами, потому что разгонные блоки на этих декуплерах должны отстегнуться после того, как запустится основной двигатель, то после того, как они сами запустятся. Вешаем сюда сильные блоки на 495, и он говорит, что burn будет примерно 55 секунд. И 27,5 секунд на 100%, а здесь будет 27 на 100 и 55 секунд, но с меньшим весом. То есть, грубо говоря, чем просто больше, Solid Buster, да, при большем трасте, в принципе, у него не так много топлива, и сгорать он будет быстрее. То есть, он даст он очень быстрый импульс, но очень быстро сгорит. На детальной информации мы, кстати, можем посмотреть, сколько он расходует в секунду и сколько в нем заправлено. Внизу вот мы видим amount solid fuel 850, масса 6,37, да, и расход у него 18,6 практически в секунду. Грубо говоря, мы можем поделить 850 на 18,6 и получим время в секундах работы двигателя. То есть можем заняться математикой, а можем поэкспериментировать. Я повешу, наверное, 300, сейчас посмотрю, 375-е, вот такие, 400-ки больше. Давайте большие повесим, бог с ним. Значит, стараюсь так выровнять, чтобы они были примерно на одном уровне, потому что есть такая штука, как перегрев двигателей, и бывает, что потоком из одних двигателей сбивает другой. Если, например, нас вот эти висели повыше, они могли бы центральный сбить. Но коврок это хороший мод, видите, вот даже невооруженным взглядом видно, что немножко сопла отвернуты вовне. Объединяем, чтобы у нас стартанул и основной двигатель, и Solid Buster одновременно. Отсоединяются потом солиды, этот продолжает работать, потому что у него два бака, и он будет работать гораздо дольше. Вот мы, кстати, видим, 29,7 секунд будут работать Solid Buster, и потом еще минуту 0,5, где-то работать будет основной. Или всего минуту 0,5, вот я не знаю, никогда не проверял. С таймером не засекал. Ну, в принципе, смотрите, мы готовы к запуску вот этой ракеты, которая нам смуна принесет какую-то полезную информацию. Единственное, что осталось, иногда можно использовать, в дальнейшем нужно, есть поддерживающие штуки, да, которые у нас держат ракету и откроют нам. Мы сделаем, вынесем их в отдельную группу. Причем поставим их после двигателя. То есть сначала мы запустим двигатель, стабилизируем обороты, и потом откроем и отпустим нашу ракету, ракета пойдет. Единственное, смотрите, какой момент у меня еще может произойти. По опыту, вот эти наши ускорители могут провиснуть на вот этих штуках. Поэтому их надо закрепить стратами. Сейчас, кстати, посмотрим, какой из них стоит подешевле. Ага, без разницы. Одинаковые. Тогда мы их вешаем в симметрии. Вот сюда вот. Раз. Все. И для целостности картины можем повесить внизу. Все. Вот теперь они никуда не денутся. Мы готовы к запуску. Полетели, господа. Так. Все готовы. Джебадая готов, воодушевлен. Видите, мы висим над землей, потому что когда мы добавляем вот эти крепежи, ракета наша становится на том уровне, который она была в ангаре. Если этих крепежей нет, наша ракета, неважно как далеко была от земли, она всегда станет на стартовый стол. Даем полный газ. Все, ракета пошла. А скорость у нас, ускорение достаточно большое. Сейчас посмотрим. 3500, уже 3,5. Да, хорошо. Тянет, вот видите, сколько быстрее вырабатываем. Идем. Сейчас они закончатся. Отстреляем. Меня больше назвали. Отстрелили.
сказать, ускорение. То есть та ракета движется вверх. Я раньше пугался, как только началось ускорение падать, да. Вот видите, 199 застабилизировалось и пошло обратно вверх. Я думал, что все, конструкция неверная. Нет, просто скорость набора высоты у ракеты замедлилась. Да, она продолжает ехать вперед, но просто едет медленнее. Так, 11 километров, ла-ля-ля, надо поворачивать. Ревитационный маневр никто не отменял, за нас его никто делает. Разворачиваю корабль практически в плоскость, да, к орбите. Перебрал немножко, ну вот так вот. Единственное, вот я не разобрался здесь еще, как создавать точки маневров, но у меня есть подозрение, что тоже можно. Но, смотрите, я вижу, где мой апогей. Более того, я вижу время до апогея. Апогейм тайм 1 минута 30 секунд. Перегейм пока 8 минут. Да, ну вот. Упасть сюда 8 минут надо. Орбитал период пока 14 минут, но это еще не орбитал период, потому что мы еще не крутимся вокруг. Скорость 1,4 км в секунду. Высота 72,85 апогей. То есть вот как я набирал высоту. Да, то есть это радар. Тут я подкручиваю наши детальки, чтобы быть ровненько. И в принципе я могу пытаться дать импульс сейчас и посмотреть, что из этого выйдет. Видите, начал расти. Апогей практически не растет. То есть я немножко даже вниз там. Парю двигатели, потому что мы далеко от апогея и неэффективно сейчас расход топлива по соотношению к эффекту орбиты. Вот, вот это наш двигатель. Можно мышкой подвинуть. Альтитюд нам теперь не нужна, высота наша. Переключимся на внешнюю камеру. Вот наша внешняя камера показывает нам звездочки. Вторая камера, у нас их две. Вот одна, вот вторая. Вот. Двигать эту нельзя. Нас пока подкручивают. Вот мы практически в апогее. Апогейм тайм 21 секунда. 20. Ну, давайте оп тоже сейчас добавим. Оп, все. Слышали выстрел? Отстрел. И достреливаю. То есть не хватило нам буквально чуть-чуть первой ступени для того, чтобы вывести. Ничего страшного, зато я буду знать, что она упадет хотя бы на Землю и не будет засорять космос. А вторую я с собой заберу. Даже для нас уже третью. Вот растет, 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 растет. Оп. Все. 80 километров перигей, 119 апогей. Все, я на орбите. И у меня есть запас топлива, наверное, для полета Муну.
Полет к Муну мы спланируем в следующей серии. Всем спасибо. Комментируем, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал. Дальше мы планируем очень большой, интересный карьерный рост в Кербале. Всем пока.